Инспекторы Эконадзора начали проверку по обращению Росреестра, сотрудники которого провели обследование земельного участка вблизи деревни Малый Везёмый Одинцовского округа. Здесь, на землях сельскохозяйственного назначения, был незаконно размещен завод по производству бетона. В результате деятельности предприятия пострадала плодородная почва на площади более 10 тысяч квадратных метров. Несколько участков, прилегающих к заводу и расположенных в том числе в черте деревни Малый Везёмый, загрязнены цементной пылью.